Дорогие друзья, всем салам алейкум, здравствуйте. Да, нам в очередной раз просто делать нечего. Вы ждали? Поверьте, мы ждали гораздо больше. Сегодня мы узнаем, чье кунг-фу сильнее, Заура Курбанова или Махмуда Гусейнова. Поехали! Чье кунг-фу сильнее? О, Алик, салам. Как хорошо, что ты пришел, и мы начали. Да. Как хорошо, что я не опоздал. Ну что, кто первый? Подожди, а ты вот кулак сейчас высовываешь и сразу говоришь, кто первый? Однозначно не я. Не, я говорю, как, ну что в руке? Камень, ножницы, бумага. Давай, камень, ножницы, бумага. Ну я хочу проиграть сразу. Все, я буду на проигрыш играть. Давай. Тогда я буду, тогда я камень вытаскиваю? Давай. Давай. Камень, ножницы, бумага. Главное, честно и вовремя. Не, давай заново. Давай, давай, честно было. Давай. Так, камень, ножницы. А вот это другая же тема была. УЕФА, ну что это? УЕФА. Надо оба кадра оставить. Почему дуэт да больше не выступает в камеди? Я могу правильно ответить. Я не знаю. Потому что дагестанским пацанам не место в клубах. Почему Заур Курбанов написал книгу про Хабиба Нурмагомедова, а не про себя? Не знаю. Потому что кто это? Кто снимется в следующей части фильма «Фантастические твари»? Кто? Мамаев и Кокорин. Что получится, если засватать Ладу? Нива. Лада невеста. Чем был бы хорош в КВН Иван Грозный? Не знаю, чем. Он неплохо подкалывал жюри. Я... А, типа колол... Я учитель истории по образованию. Прикинь, они мне подкинули такой вопрос. И ты напротив меня. И я с большим удовольствием его тебе задаю. Как будет на махачкалинском жаргоне? Вы не тот, за кого себя выдаете. Можно сказать, я не знаю. Не, я вроде бы знаю. Я просто путаю вот диалект первухи и редукторного. А у вас какой именно диалект? Один у меня. Уточните, какой именно диалект вас интересует? Первух. С первухи? Сейчас загуглю. Так, еще раз задаю, последний раз. Как будет на махачкалинском, вы не тот, за кого себя выдаете? Знаешь, как будет? Кого? Оставь, оставь, да. Бомба. Арсен, что ты делаешь? Разве ты не знаешь? В магазине Mobis проходит акция. С 20 декабря по 15 января каждому покупателю продукция Xiaomi в подарок и много других крутых призов. Хабиба знаешь? Ну, слышал, да, наслышан. Да. Поэтому слушай вопрос. Так. Что Хабибу нравится в KFC? Ну, я не знаю. Курочка поджаренная, да? И задушенная. Я добью. Задушенная и поджаренная. Почему в Махачкале так мало детских садов? Потому что не надо тут детский сад устраивать. Это засчитывается как за смех? Что будет, если на Сипорке открыть дворец культуры? Он станет банкетным залом. Все гораздо прозаичнее, прикинь. Ничего не будет. Что было бы, если бы в повести собаку звали не Муму, а Наприори? Была бы Муму на колени посажена. Нет. Что было бы, если бы в повести собаку звали не Муму, а Наприори? Герасим бы топил Наприори. Как думаешь, какую карточку футболисты Анжи в основном просят у судьи во время матча? Попросят... Я думаю, желтую. А я думаю, кредитную, банковскую. Знаешь, почему в Махачкале нет нормальных дорог? Пока нет. А, я тоже не знаю, придумал, ты знаешь просто. С чем, на твой взгляд, поздравляют друг друга футболисты
футбольного клуба «Ахмат» после забитого гола? Не знаю. Кто с очередной 200-кой? Я сдержался. Не хочешь карьеру начать? Я, по-моему, если я неправильно отвечу, я закончу карьеру. Так, да? Поэтому я так лояльно, да? Как поделить 100 рублей Lucky C Awards? Я думаю, однозначный ответ. Нет? Поздно, они уже у Даргинца. Какое видео будет самым популярным в Дагестане 31 декабря? Видео обращение Иразиева к Деду Морозу. Что сказала гардеробщица в Аварском театре? А, по-моему, тебя отправила в Дворец культуры на Сипр. Нет. А что? Она мне сказала, это не твоя куртка. Все, так сделай. Смотри, в чем ходят купаться узбеки? Не знаю. В пловках. Согласен. Что говорит маршрутка-истеричка? Я просто без вариантов. Что говорит маршрутка-истеричка? Ой, мне кажется, я полная. Поздравляю.